Друзья, привет! С вами Лина. Добро пожаловать на утреннюю практику приветствия Солнца Сурья Намаскар. В этом видео будет две части. В первой мы разберем подробно технику выполнения этой последовательности, а во второй части уже будет непосредственно сама практика. Обязательно посмотрите обе части, если вы смотрите это видео первый раз. Если же вы занимаетесь каждый день, вы можете найти тайм-код в описании и перейти сразу же к занятию. А мы начинаем в начале коврика. Встаем, ноги по ширине таза. Поднимите пальцы стоп на себя, потяните и растяните, раскладывая пальчик за пальчиком, растягивая таким образом стопу, максимально уплощая ее. Почувствуйте опору в пятках, в каждом пальце. Подкрутите копчик под себя, живот уходит внутрь, пупок уходит внутрь. И потянитесь макушкой вверх. Почувствуйте ощущение вытяжения, ощущение ниточки, которая вытягивает ваш позвоночник вверх. А руки мы потянем вниз, как будто бы хотим дотянуться кончиками пальцев коврика. Эта поза у нас поза отстройки, тадасана, поза горы она называется. Мы с нее начинаем сейчас для того, чтобы вы просто почувствовали свое тело в пространстве, настроились на поток дыхания. Напоминаю, что в йоге мы дышим через нос, мы делаем вдох, живот наполняем. Можете положить руку на живот, почувствуйте это наполнение. И с выдохом опустошается живот, втягивается. Попробуем еще раз. Вдох. Живот наполняется. Выдох. Опустошается. Продолжайте тянуться кончиками пальцев вниз. Макушкой тянитесь вверх. Закроем еще на мгновение глаза. Почувствуем этот поток дыхания внутри себя. Успокоим тело, успокоим ум. Приятный вдох и выдох. Открываем глаза. Со вдохом через стороны поднимаем руки вверх. Тянемся за кончиками пальцев вверх. С выдохом ныряем вниз, призгибая ноги. Руки через стороны идут. Опускаем пальцы рядом со стопами. Живот и бедра вместе, ноги согнуты, макушкой тянемся вниз. У нас всегда точка, такое внимание на макушке. Обратите на это внимание, тоже вам очень это поможет в движениях. Это выдох. Вдох. Мы смотрим вперед, делаем отшаг левой ногой назад, правую ногу оставляем под углом 90 градусов и поднимаем руки вверх. Кому-то захочется здесь прогнуться, потянуться назад, можете это сделать. Это у нас медленный-медленный вдох. И с выдохом мы опускаем ладони на коврик, делаем отшаг ногой назад, в собаку мордой вниз. Отталкиваемся руками, отталкиваем копчик вверх. Здесь вы можете дышать пока свободно, так как мы медленно разбираем. Потом уже будет в потоке дыхания чуть быстрее, чуть понятнее. Присогните ноги. Подвигайте здесь немного. Подышим здесь вдох. И выдох. Замечательно. И теперь у нас будет левая нога впереди. Мы делаем шаг левой ногой к рукам вперед. Также угол 90 градусов. Сзади нога подтянута, колено подтянуто. Поднимаем руки вверх. Вдох продолжается. Это поза воина у нас называется. И с выдохом под шаг вперед, наклон к ногам, присогнутым ногам. Так как мы еще начинающие, и медленно, бережно вытягиваем наше тело, никуда не спешим. Макушка смотрит вниз, выдохнули. И очень медленно, со вдохом, поднимаем руки через стороны вверх. Выпрямили ноги, потянулись вверх. С выдохом складываем ладони намасте перед грудью. Закроем здесь глаза, почувствуем, какие у нас появились новые ощущения в теле, приятные, как... Может быть, немножко сбилось дыхание, это нормально. Для начинающего вполне. Когда мы будем делать с вами в потоке дыхания, вы почувствуете ритм, и тогда дыхание не будет сбиваться. Все приходит с опытом.
Делаем еще один вдох. И с выдохом откроем глаза. На этом наша видеоинструкция завершена. Вы можете посмотреть ее еще раз, уточнить какие-то нюансы или переходить сразу к практике 12 кругов Сурья Намаскар. И если вам интересно такое подробное объяснение асан-йоги, я приглашаю в мой закрытый канал Asana Room, где я разбираю асаны от простого к сложному, также какие-то сложные балансы, для того, чтобы вы могли безопасно их освоить. Поэтому переходите в описание, под этим видео есть ссылочка. А я жду вас на практике. Друзья, я сейчас монтирую это видео и хотела добавить некоторые важные моменты, которые я упустила в начале. Во-первых, очень важный дисклеймер. Если вы ощущаете, что вы устали, у вас кружится голова во время выполнения этого комплекса, просто не выполняйте все 12 кругов. Пропускайте какие-то круги. Начните с выполнения одного, двух, трех кругов. И постепенно ваше тело будет привыкать к нагрузкам. Особенно будьте внимательны, если у вас есть какие-то проблемы с давлением. Также этот комплекс противопоказан для беременных без подготовки ранее в йоге. И чтобы не кружилась голова, я рекомендую вам первое время не опускать голову полностью вниз, а продолжать все время держать фокус вперед, то есть смотреть вперед. Тогда это головокружение будет меньше, и со временем оно пройдет, и вы вольетесь в поток. Еще один важный момент, такой нюанс, подсказка для вас. Мы всегда начинаем с левой ноги, то есть мы шагаем назад левой ногой и шагаем вперед левой ногой. Чтобы не запутаться, я думаю, вам эта подсказка тоже будет очень полезна и поможет в выполнении. А теперь переходим к видео. Начинаем в начале коврика. Сложи ладони намасте перед грудью в знак приветствия этому миру. Закрой глаза и понаблюдай за ощущениями внутри. Направь все свое внимание на дыхание через нос. Вдох и выдох. Создай мысленно намерение на сегодняшнюю практику. Каждое утро, ступая на коврик, мы как бы рождаемся вновь. Пусть эта практика станет рождением новой тебя. Начинаем первый круг. Со вдохом руки через стороны вверх. Выдох. Наклон к ногам. Вдох. Отшаг левой ногой назад, руки вверх, поза воина. Выдох. Ладони на коврик, собака мордой вниз. Глубокий вдох здесь. И выдох. Со вдохом шаг левой ногой вперед, поза воина, руки вверх. Выдох, наклон к ногам. Вдох, руки через стороны вверх. Выдох, ладони намасте перед грудью. Продолжаем. Вдох, руки вверх. Выдох, опускаемся вниз. Вдох, отшаг левой ногой назад, поза воина, руки вверх. Выдох, собака мордой вниз. Вдох. И выдох. Со вдохом шаг левой ногой вперед. Руки вверх. Выдох. Наклон вниз. Вдох. Руки через стороны вверх. Выдох. Намасте. Вдох, руки вверх. Выдох, наклон вперед.
Вдох. Отшаг левой ногой назад. Руки вверх. Выдох. Собака мордой вниз. Вдох. И выдох. Вдох. Шаг левой ногой вперед. Поза воина. Выдох. Опускаемся к ногам. Вдох. Руки через стороны вверх. Выдох. Намасте перед грудью. Вдох. Руки вверх. Выдох. Опускаемся вниз. Вдох. Отшаг левой ногой назад. Поза воина. Руки вверх. Выдох. Собака мордой вниз. Вдох. И выдох. Вдох. Шаг левой ногой вперед. Поза воина. Выдох. Наклон к ногам. Вдох. Руки через стороны вверх. Выдох. Намасте. Вдох. Руки вверх. Выдох. Наклон вниз. Вдох. Отшаг левой ногой назад. Поза воина. Выдох. Собака мордой вниз. Вдох. И выдох. Вдох. Шаг левой ногой вперед. Руки вверх. Выдох. Наклон к ногам. Вдох. Руки через стороны вверх. Выдох. Намасте. Продолжаем. Мы уже на середине пути. Вдох. Потянись вверх. Выдох. Опустись вниз. Вдох. Отшаг левой ногой назад. Поза воина. Выдох. Собака мордой вниз. Вдох. И выдох. Вдох. Шаг левой ногой вперед. Поза воина. Выдох. Наклон вперед. Вдох. Руки через стороны вверх. Выдох. Намасте. Вдох. Руки вверх. Выдох. Опускаемся вниз. Вдох. Отшаг левой ногой назад. Поза воина. Руки вверх. Выдох. Собака мордой вниз. Вдох. И выдох. Со вдохом шаг левой ногой вперед. Руки вверх. Выдох. Наклон вниз. Вдох. Руки через стороны вверх. Выдох. Намасте. Продолжай в ритме своего дыхания, плавно переходя из асаны в асану. Наблюдай, как твое тело меняется. Вдох. Отшаг левой ногой назад. Выдох. Собака мордой вниз. Вдох. И выдох. Вдох. Шаг левой ногой вперед. И выдох. Наклон вниз. Вдох. Руки вверх. Выдох. Намасте. Вдох. Руки вверх. Выдох. Наклон вниз.
Вдох. Отшаг левой ногой назад. Руки вверх. Выдох. Собака мордой вниз. Вдох. И выдох. Вдох. Шаг левой ногой вперед. Поза воина. Выдох. Наклон вперед. Вдох. Руки через стороны вверх. Выдох. Намасте перед грудью. Вдох. Руки вверх. Выдох. Наклон вниз. Вдох. Отшаг левой ногой назад. Поза воина. Руки вверх. Выдох. Собака мордой вниз. Вдох. И выдох. Вдох. Шаг левой ногой вперед. Поза воина. Выдох. Наклон к ногам. Вдох. Руки через стороны вверх. Выдох. Намасте. Вдох. Руки вверх. Выдох. Наклон вниз. Вдох. Отшаг левой ногой назад. Поза воина. Выдох. Собака мордой вниз. Вдох. И выдох. Вдох. Шаг левой ногой вперед. Поза воина. Выдох. Наклон к ногам. Вдох. Руки через стороны вверх. Выдох. Намасте. И завершающий круг. Вдох. Потянись вверх. Выдох. Наклон вперед. Вдох. Отшаг левой ногой назад. Выдох. Собака мордой вниз. Вдох. И выдох. Вдох. Шаг левой ногой вперед. Поза воина. Выдох. Наклон к ногам. Вдох. Руки вверх. Выдох. Намасте. Завершаем в начале коврика. Закрой глаза. Почувствуй прямо сейчас, как твое тело разогрето. Оно наполнено энергией. Мысленно поблагодари себя за эту практику. Поблагодари пространство вокруг себя. Сделай глубокий вдох. И с выдохом открой глаза. Благодарю тебя за практику сегодня. Буду очень рада твоему пальчику вверх и комментарию под видео. Желаю тебе прекрасного дня и до встречи завтра утром.